Привет, как дела? Сегодня я расскажу о том, как в Лондоне несколько раз проходило ралли суперавтомобилей под названием Гамбол 3000. Созданная в 1999 году британским предпринимателем Максимилианом Купером, это ралли суперкаров, то есть люксовых машин, которая приглашает всех желающих в эпическое путешествие вокруг мира. Впервые я попала на это мероприятие в июне 2014 года абсолютно случайно. Просто, опять же таки, моя любовь и страсть к деталям здесь сыграла роль. Когда я ехала по Оксфорд-стрит на автобусе, я увидела море черных флагов, на которых было написано какой-то Гамбол 3000. Что такое Гамбол 3000, я тогда вообще не знала. Увидела, что 8 июня, по-моему, это было воскресенье, будет проходить вот это вот мероприятие. Ну и я подумала, дай-ка проверю. Ввела в Google Гамбол 3000, и мне открылось вот такое вот зрелище, что приедут суперлюксовые автомобили, такие как Ferrari, Lamborghini, Aston Martin, Rolls-Royce и так далее. И они будут показаны на суд зрителя, будут рассказывать про машины, будут показывать их двигатели, как они пыхтят там, гудят и так далее. В общем, думаю, дай-ка я попробую попросить аккредитацию. Я тогда была очень наглой и решила попробовать. И что вы думаете? Мне дали аккредитацию, я была внутри этого трека. Что это за мероприятие? Так как ралли путешествует по нескольким городам мира, в разные годы оно охватывает какие-то разные города. Вот в 2014-м Лондон попал в этот путевой маршрут, там Париж был, еще какие-то страны и города. И один день отводится на то, чтобы представить вот эти вот машины, показать со всех сторон и прокатиться с ветерком, как говорится, перед зрителями. И я была внутри этого трека, снимала как фото, так и видео. Видео, к сожалению, пропало, но у меня есть видео от 2016 года. И как это все происходит, пожалуйста, смотрите. Лондон чаще всего является или стартовой точкой путешествия, или финишной прямой, куда приезжают все эти автомобили, и постепенно про каждый автомобиль
на концертной площадке, там рассказывают, показывают во всех деталях. Часто там участвуют звезды, какие-то известные личности, так как участие в этом ралли очень дорогое удовольствие. Ну, сами понимаете, какой у тебя автомобиль, такой и взнос. Все деньги идут в организованный фонд, который помогает нуждающимся в образовании бедным молодым людям, которые могли бы полностью изменить свою жизнь, получив некое образование, то есть для малоимущих. И вот уже за несколько лет благотворительный фонд набрал 2,5 миллиона фунтов. Так, в 2014 году в этом ралли принимал участие знаменитый американский актер и певец Дэвид Хассельхофф, известный по ролям в фильмах «Рыцарь дорог» и «Спасатели Малибу». А в 2016 году на большом экране, который устанавливается вдоль всей Оксфорд-стрит, я увидела, что на стартовой прямой присутствует Дэвид Кулхарт. Это гонщик, пилот Формулы-1, которого мы смотрели вместе с моим братом, когда он соревновался еще с Михаилом Шумахером. Я тогда очень много и долго смотрела Формулу-1, практически каждые выходные, когда она проходила, мы прямо спешили с дачи для того, чтобы поболеть за Шумахера. Вот, так что увидеть Дэвида Кулхарта, пусть даже и на экране, но знать, что он вот где-то тут рядом, тоже для меня было таким сюрпризом. Кстати, так как я любила Формулу-1, и однажды я пропустила такой показ болидов прямо в центре Лондона, у Трафальгарской площади, болид Формулы-1 ездил по центру и представлял какое-то шоу для того, чтобы продвинуть Формулу-1 в Лондон, так как в Лондоне гонки Формулы-1 не проходят. Но после этого как раз в Лондоне появилась Формула E, то есть Ecology, то есть экология. Я думаю, что по-русски это звучит Формула E, не знаю, поправьте меня в комментариях, если кто-то знает, потому что в России эта формула тоже проходит. И пару раз я тоже попала туда внутрь трека и в пресс-офис, ходила рядом со всеми пилотами, фотографировала, снимала на видео и слушала их пресс-конференции после каждой гонки, а также снимала вручение и награждение. В общем, обо всем об этом тоже буду рассказывать, ждите. В Лондоне это мероприятие проходит где-то через год, через два, если он попадает в список тех городов, которые входят в ралли в этом году. Сейчас уже идет агитация на следующий год. К сожалению, Лондон не входит в это ралли. Там будет Торонто, Гавайи, еще какие-то больше так проводимым на американском континенте города. Поэтому в следующем году в Лондоне его не будет. Но если вас интересует это мероприятие, отслеживайте периодически каждый год. Оно бывает и в мае, и в июне, и было в августе. В августе, кстати, 2018-го я собиралась на это ралли, но думаю, ладно, не пойду с утра. С утра там обычно выставляют просто все эти автомобили, можно к ним подойти, посмотреть, сфотографироваться с ними, посмотреть мотор, там, поговорить с владельцем этого автомобиля. В общем, так, как выставка. А потом они уже начинают ехать вдоль всей Оксфорд-стрит или где она проходит в тот или иной момент. Ну, я была дважды в 2014-2016 году. Это шоу было на Оксфорд и на Риджент-стрит. А в 2018-м, ну, я подумала, ладно, пойду часам к двум, когда они уже начнут ехать. Прихожу туда, а они уже утром уехали. То есть, так как в 2018 году это была стартовая позиция, то есть ралли начиналось с Лондона, они уехали прямо в 10 утра. Надо было идти с утра. Ну, а я, как опытный репортер, зная о том, что они стартуют часа в 2, в 3, в 4, думаю, ладно, что я там целый день буду делать, устану уже к тому моменту, когда они поедут, и не пошла. Вот так. Бывает так, что опыт не помогает, а наоборот играет против тебя. Уехали рано утром. Ну, а так очень интересно посмотреть все эти автомобили вблизи, посмотреть, как они делают рор, то есть рычат своими двигателями. Иногда даже их глушители простреливают, и получается такой взрывной звук. Но я в основном снимала их спереди, как они ехали, как они разгонялись, и даже иногда боялась за себя, так как я была внутри трека, чтобы меня не задавили. Ну, а потом поняла, что снимать лучше не внутри трека, а снаружи, чтобы как раз-таки не сдавили, так как все это огораживается специальными заборами для публики. Публики собирается огромное количество, лучше приходить заранее, чтобы быть в первом ряду, иначе там под всеми этими мобильными смартфонами и фотоаппаратами ничего не увидишь. Люди все поднимают камеры вверх и за руками даже просто посмотреть ничего не получится, автомобили-то все низенькие, и лучше, конечно, смотреть из первого ряда.
Вот такие вот бывают мероприятия в Лондоне. Просто так бесплатно можно прийти и посмотреть такое грандиозное шоу. Кроме этого, я была еще на выставке Motor Expo, которая проходила в Canary Wharf. Тоже буду скоро рассказывать. Не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить. Пока на этом все. Не прощаюсь с вами. До новых встреч!